Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Как видите, продолжаю дальше сборку Т-72Б3. Модель любезно предоставлена интернет-магазином «Я моделист», за что им огромное спасибо. Хочу поделиться тем, что уже собрал. Собирал за кадром, так как детали состоят с трех частей каждая. Собрал боковые экраны. Все очень хорошо стыкуется. Красиво, хорошо смотрится. Хорошо сымитирована резина. Также подготовил к сборке ствол. Сейчас мы его соберем. Модель получается очень красивая, да и сам танк Т-72 красив. Классика танкостроения. Мне он очень нравится. Также подготовил к сборке башню. В сегодняшней части начнем собирать ее. Ну, а в следующей, наверное, продолжу. Модель собирается хорошо, приятно. Но так как много деталей, приходится все подготавливать заранее, срезать, зачищать, так как деталей на самом деле очень много. И чтобы все успеть сделать, я подготавливаюсь к видео заранее. Такой наборный ствол. Лично мое мнение, сделан он очень хорошо. Ствол самодостаточный. При желании, конечно, кто хочет, кто любит точеные стволы, можно заменить. Но если аккуратно собирать, то и этот ствол очень хорошо смотрится. Такая вот башня у танка. Даже без всякого обвеса она смотрится очень красиво. Все очень хорошо подгоняется. Дальше, наверное, начнем сборку в ускоренном режиме.
Вот подготавливаю дальше детали. Активную броню. Смотрите, по отдельности их много. Прежде чем приклеить, как я и говорил ранее, нужно каждую деталь подготовить. То есть подровнять все, зачистить, чтобы было аккуратно, чтобы после покраски не вылезло это все. Сейчас подготовлю за кадром детали, продолжу дальше приклеивать их к башне. Очень внимательно надо клеить активную броню, смотреть инструкцию, находить места, куда вставлять данную деталь. Потому что пометок много, можно ошибиться. Поэтому рекомендую, прежде чем клеить какую-либо деталь, внимательно смотреть инструкцию, чтобы не перепутать.
Вот, друзья, закончил клеить активную броню на башне. Вот так вот красиво все получается. На видео может кажется это все быстро, но на самом деле процесс очень трудоемкий. Много деталей. И много что приходится зачищать. Сейчас соберем маску орудия. И на этом, наверное, буду заканчивать эту серию. Уже остальным обвесом займемся в следующей. Вот все вот так хорошо получается. Красивая машина. Конечно, отдать должное Мэнгу. Модель приятная. Рекомендую, друзья, приобрести данный танк. Кто любит современную бронетехнику, и сборка, и качество модели вам очень понравится. Кто сталкивался с Мэнгом, кто уже его собирал, тот мои слова подтвердит. Вот на этом закончим данную серию. Спасибо за просмотр. Спасибо за комментарии. Подписывайтесь, кто не подписался. И, как всегда, по традиции, хочу вам пожелать всех благ вам и вашим близким. Оставайтесь на канале, друзья.